Родниковский роддом сохранить. Такую задачу поставил губернатор на утренней планерке перед профильным департаментом и руководством района. Напомним, информация о приостановлении работы медучреждения появилась в начале ноября. В роддоме уже полтора года отсутствует такой важный врач, как неонатолог. Кроме того, Родниковская ЦРБ накопила миллионные долги, а консервация роддома на несколько месяцев могла бы помочь с ними рассчитаться. Павел Коньков поручил в кратчайшие сроки решить кадровую проблему и привести роддом к современным стандартам. Нам время создать родильную палату при гинекологическом отделении ЦРБ. Главный медик региона Светлана Романчук намерена повторно выехать в Родники, чтобы обсудить с муниципальной властью дальнейший план действий. Предыдущий ее визит 8 ноября положительных результатов не дал. Там очень серьезные финансовые проблемы, проблемы с кадровым обеспечением. К сожалению, мы не видим совершенно желания администрации района, муниципалитета, ничего, кроме возмущения и заявлений, нет. Там очень много зданий, то есть могли бы решить вопрос с уменьшением земельного налога или на какое-то время до выхода из финансового кризиса освобождения от земельного налога. Пока никаких встречных движений я не вижу.